На очереди паркетные работы. Укладка на прочный полиуретановый клей. Массивные дубовые плашки слегка брошированы и покрыты бесцветным маслом. Царапины и влажная уборка такому полу не страшны. Капли клея, случайно попавшие на паркет во время работы, без труда очищаются специальными салфетками. На полу французская елка. При таком способе укладки плашки подрезаются под углом 45 градусов и получаются ровные прямые линии, вот такие полосы, что добавляет графичности нашему интерьеру.